Сейчас мы с Кристианом договоримся, так, да. Субмота нас пола. Ну, здесь же, вот нормального парня. Кристиан снимает, он да. Оператор. Он сегодня оператор. Господи, я, бля, представляешь, я ничего не помню. Вообще. Я перевод не пил, как на жуе, там моя... Когда ты знаешь, как икону на машине. Слушай, Кристиан, стоп, последний, а как его этот, все это? Оля, но в другой стороне, что ты знаешь, хочешь? Что могу тебе сказать? Да, час работа. Что? Что? То, где мы были, это было счастье. Так, как ее выключить? А выключить? Конечно, вот. Когда первый раз. Это... Я могу себе представить, красота. Это счастье, понимаешь? Это не просто счастье, это вообще, вот я считаю, что я был в раю на самом деле. Вот там, где живет Кристиан, это рай. Там... А знаешь, для них вот, они там живут. Они не рай соображают, это конченые французы. Вообще, он уже выживает Кристиан, он уже где он живет, он еще все. Кристиан, как здесь наладить? Потому что они там вырос, вот и стал. Ну, я буду говорить, что... Да, я не вижу. По компьютеру я буду сидеть, хорошо?